Дорога церква, слава нашому Господу! Читаю місце Писання, де написано в Псалмі 117-му такі слова, 24-й вірш. «Сей день сотворил Господь, возрадуємся і возвеселимся в онний». Читаю Откровення Йоанна, 1 глава, 10-й вірш і 17-й вірш. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сожив во веки веков, аминь, и имею ключи ада і смерті. Вставши, подякуємо нашому Господу. Дорогий наш любящий великий Господь, ми тобі щиро дякуємо. Ми, наша церква, зібралися для того, щоб прославити ім'я Твоє. Наші маленькі, наші середні і старші, ми з нашим хором, ми прославляємо ім'я Твоє. Наші браття-служителя перед нами, Господь, і ми перед Тобою нуждаємося в силі Святого Духа, даби Ти пройшов по наших рядах і наші серця посітив силою звише, даби нам прославити ім'я Твоє. Цей день сотворив Ти, Господь, і ми возрадуємося в онний, бо Ти є живий, Ти є Бог вічний, благословенно Твоє ім'я. Блажен народ, знаючий трубний зов Твой, вони в освіті лиця Твоє ходять. Боже святий, ми нуждаємося в Твоїй любові і в Твоїй милості. Я прошу Твого благословення на все наше собрання. Благослови обильною любов'ю і озари наші серця, а також наша єдина нужда нашої церкви за цю маленьку дівочку в Монтверно, даби Ти її благословив, даби Ти її зцілив її от раку. І всіх остальних наших больних благослови, Господь. Хай воля Твоя освящається і благословляється. Ім'я Твоє хай буде прославлено, Господь, в нашому собранні, ібо Ти достоїн слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yeah.
Слава Богу, брати і сестри! Бог по своїй милості обновив милость над нами сьогоднішнього ранку. Ми встали і зараз в Домі Божому. Слухаємо Боже Слово. І я хочу читати для всіх нас досить знайоме нам Боже Слово і трошки з вами пороздумувати над ним. Мені здається, що його брати часто нагадують. І сьогодні мені положилось на серці нагадати його разом з вами. Перша голова книги Єремії, 11 віршик, кілька віршиків. «І було слово Господнє ко мені, що видиш ти, Єремія?» Я сказав, віжу жезл міндального дерева. Господь сказав мені, ти вірно видиш, ібо я бодрствую над словом моїм, щоб оно скоро ісполнилось. І було слово Господнє ко мені в другий раз, що видиш ти? Я сказав, віжу поддуваємий вітром кип'ящий котел і лице його со сторони севера. І сказав мені Господь, от севера откроється бідствие на всіх обітателей землі. Мені здається, що ці віршики ви знаєте досить добре. Але я сьогодні хочу з вами пороздумувати кілька хвилин над тим, як ми бачимо. Бог, звернувшись до Єремії, провірав, як він бачить. Я не знаю, чи ми себе коли провіраємо. Цар Давид то сказав, іспитай і узнай мене, щоб Бог провірив його. Хочу розказати такий чи приклад, чи таку історію. Ну, кілька тижнів я мав операцію на око. Зір падає, сказав врач. Треба зробити операцію. Ну і зробили вони ту операцію. І одного ранку, через кілька днів, я сиджу, бо треба було закрити око, дивитися в землю десь тиждень чи скільки. Ну така тяжка процедура після того ще була. І через кілька днів, коли жінка дала мені сніданок, поставила чай, я дивлюся на стакан, цим вже другим оком, це було праве око, операція, лівим оком дивлюся, стакан стоїть криво, отакому. Думаю, що ж таке, чого ця жінка мені дала в такому кривому, криве дно видно, стоїть так криво стакан. Кажу, що ти не могла мені нормальний стакан чаю налити? Такий кривий стакан поставила. Вона дивиться, то ж нормальний стакан. То ж добрий, новий стакан. Що це ти говориш? Ага, значить, я зрозумів, що в мене непорядок з зором. Око моє вже неправильно бачить. В цьому оці така картинка сидить, вони запустили там щось. Я не бачу через неї. Це око криво бачить, і я зажурився. Ще ж я бачив до того, було нормально, а це вже буду калікою на очі. І прийшов вечір, я в журбі так, і заплакав. Нащо ж воно було таке робити? Ну, але я не за те. Через кілька днів, дяка Богу, все поправилось, ще взяло тиждень, і я нормально бачу. Зараз читаю, дякувати Богу. Але я звернув увагу на те, я розумів, що я бачу. Нормально бачу, от те, що стоїть, то неправильно стоїть. В другому місці я дивлюся, я знаю, що воно криво. Дивлюся на хату, і я знаю, що там криво. Я дивлюся, воно рівне. І це я хочу примінити нам до духовного нашого життя. Із свого життя.
Чи не буває так в нас, що нам криве рівне, а рівне кривим? Буває. І тепер багато перейшло на те, що кажуть, що то так добре, то так їм подобається, так має бути. Тоді, коли воно так не має бути, воно має бути так, як каже нам Боже Слово. І тому-то нам треба перевіряти себе, чи ми правильно бачимо, Бог до Єремії спитав, сам Бог Єремії, що Бог показав йому, і сам спитав, що ти бачиш? Ну, бачу, ми читали, віжу жезл миндального дерева. І Господь каже, правильно ти бачиш. Чи добре було, брати і сестри, якби нам себе провірати Господом, Господі, і спитай, і узнай мене, Боже. І спитай, і узнай мене, Боже, чи не на опасній я дорозі, чи зі мною все в порядку, чи я правильно думаю, чи я правильно бачу, чи я правильно роблю. І на превеликий жаль, ми тепер зустрічаємо, і люди думають неправильно, кажуть правильно. А на правильне кажуть неправильно, то старе, отжиле. То колись так було. Сьогодні зовсім має бути по-інакшому. Тепер всі люди грамотні, всі високого рівня. Все, а то все старе було, отжиле. Тоді колись часи на руці не дозволяли носити. І що, тим грішили? Як не носити часи на руці, то є гріх чи ні? Дякую. А як носити і показувати їх, о, які в мене дорогі часи, то є гріх чи ні? Ви бачите, чи ти правильно бачиш, Єремія, браття і сестри, нам важно, прихід Господній приближається, правильно бачити, правильно розуміти, правильно діяти, правильно жити, бо Господь близько написано. І тому, дорогі мої брати і сестри, сьогодні наш день, Господь нас питає, що ви бачите? І тому недарма написано, що називають гірке солодким. Не слід того робити, дорогі мої брати і сестри. Я хочу прочитати друге місце священного писання, так само знайоме для всіх нас, і щоб ми взяли для себе урок. Це вже відкриття Івана. Третя глава. Часто читають, брати, і я прочитаю. Лаодікійській церкві, знаю твої діла. Ти не холоден, не горяч, бо якщо би ти був холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то зверну тебя из уст моих. Ти говориш, Бог знає, що я говорю. Ти говориш, слухайте, що ви говорите. Я богат, розбагател і ні в чому не маю нужди. А не знаєш. Бачите, яка різниця? Що я думаю про себе, що я кажу про себе. А потім і разом з тим не знаєш, що ти нещасен, жалок, ніж і сліп, і наг. І тому, оскільки тут слово є сліп, то я й прочитав цей віршик. І от я думаю, що я бачу, бо я бачу, але криво бачу. От стоїть отак стакан, бачу криво. Там криша отак теж стоїть, а я бачу, що вона рівно стоїть. І хтось би мені казав, що вона крива, дивись, то ж крива. А я бачу, що вона рівна. І треба вже, щоб хтось провірив. І от Єремію провірав Бог. І ви знаєте, браття і сестри, хто саме найлучший провірить нас? Дякую, братям. Саме лучше провірить нас наш Господь Бог. Довірмось Богу. Повірмо йому. Віддаймось йому. І от він каже, а не знаєш, що ти сліпий. Бо я думаю, що я бачу. І мені приходить на пам'ять, я скоренько скажу,
Два чоловіки, яких так часто вспоминають наші брати, які один бачить одне, а другий бачить друге. Один бачить, що вони окружені ворогами, забрати їх. А другий бачить, що вони окружені військом з неба, захистити їх. Бачите, яка різниця? Бачить. І тільки тоді, коли другий помолився за першого, Боже, відкрий йому очі. І відкрив Господь очі, і він, уви, Господін мой, вся гора наповнена огненними колісницями і огненними конями. Що значать ти, сиріяне, проти огненних колісниць, наповненими, гора якими наповнена? Та одна колісниця, якби промчалася, нікого б не осталося. Сильний наш Господь. Алілуя. І от різниця в баченні. Браття, сестри, дбаймо про зірне, щоб нам правильно бачити. Читаймо Боже Слово, яке нам указує. І як воно 2000 років назад указувало, то сьогодні інакше воно показує нам. Абсолютно те саме. І тому, браття, сестри, традиційне, старе, не є обжиле, воно вічно стоїть, бо воно Богом постановлено. Біблія ніколи не міняється. І сьогодні дай Боже нам правильно побачити, як ми живемо, як ми говоримо, що ми говоримо. І от він каже, читаю ще один віршик. Советую тебе, досить важно, советую тебе купить меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота наготы твоей, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Я сказав, що я звертаю тільки на одне слово увагу. Нам потрібна Божа мазь. І ви знаєте, мені така приходить, то моя думка, я вже не хочу її основати на Божому слові. Якщо в мене і здорові очі, я добре бачу, правильно бачу, далеко бачу, і помажу тею Божою мазю очі, то вона пошкодить мені? Знову дякую братам. Не думаю. Не пошкодить. Якщо погано бачу, поможе. Якщо добре бачу, ще лучше поможе. І тому, браття і сестри, ви пам'ятаєте, коли Господь ісцелив одного сліпого і каже, як ти бачиш? Каже, бачу людей, як дерева. Ну, піди вмийся в купальню Сілоам. Пішов, вмився і бачить ясно. Правда? Ясно бачить. Божа вода, Божа мазь, вона помагає нам бачити. Окунаймось у той Божій благодаті. В силі Духа Святого, в Слові Божому, щоб нам добре бачити, жити, бо прихід Господній наблизився. Прийшло те, що Єремія бачив, з севера бедствіє прийшло, браття і сестри. І воно говорить, що прихід Господній наближається. Господь близько, і піднімім очі наші, бо ізбавлення наше наблизилось. Слава Богу! Амінь! Молимось! Життя моєго. Боже, ти Бог наш, радується душа наша, що ти є нашим Богом, не хтось інший, і що ми можемо перед тобою вхилятися, до тебе молитися, тебе прославляти, тебе величати, бо ти славний і величний наш Господь. І ми сьогодні прийшли в дім твій і просимо твого благословіння. Благослови це наше служіння, Боже. Благослови проповідь слова твого. Дай натхнення Духом Святим. Боже, дій силою твоєю, Духом твоїм святим, Боже. Провірай нас, Боже. Оживляй нас, уздоровляй нас, Боже. Дай нам правильний зір, правильно бачити. Дай нам твою мазь, Господь, помазати очі наші, щоб бачити правильно, Боже, не криво, Ісус, і прославити Твоє ім'я. В співі благослови, Господь, в слуханні благослови і в молінні благослови. Тобі навіки слава, наш Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь. Oh.
Для нього і отримати благословення. Гамаїл і Самуїл бажають розказати стих. Будь ласка, виходьте. А після них буде говорити слово брат з Еверета, який є в нас в гостях. Мені о том читала мама. О ділах великих славних завершив їх сам Христос. Людям істину принес, к нему люди шли потоком, с горем и с нуждой глубокой, всех слепых и всех коллег исцелил Христос навек. Больше всех, как я заметил, за Христом бежали дети, кто больной, а кто спроста, посмотреть лишь на Христа. Папы их вели за руки, сред толпы брали на руки и с молитвой на устах приносили пред Христа. И подумая одно, хоть было это давно, почему к Христу в те дни много так детей вели,
а теперь уж по-другому. Папу редко видим дома. Ко Христу, чтобы учить, стали маме приводить. Все мы любим нашу маму, мы всегда ей благодарны, но желаем артиста слушать папу как Христа и не мать наставлением, слушать слово умилением и учиться, как нам жить, чтобы Господу служить. Дорогие папы наши, не служу я совесть вашу, но скажу, что нужно вам быть внимательнее к нам. Где так вы Христу видите, слово Божьему учите при начале пути, чтобы могли Христом идти. Папа, много есть заботы, нужно время для работы, но придет студия людей спросить папу за детей. Время ныне так лукаво врать и в деток увлекает, чтобы от ада уберечь, нужно папам истеречь. Вместе с детками молиться, слове Божьему учиться и примером быть в семье, жизнь словом для детей. Аминь. Господу. Он единый достоин славы, наш Бог. И приятно слушать этих будущих поэтов. Раз они любят стихи, Бог даст, что если они будут нуждаться, будут и христианскими поэтами. Может в старости, может еще в молодости. Пусть Бог благословит их и быть и проповедниками, и служителями Божьими. Вы знаете, братья и сестры, сегодня, когда мы живем еще на земле, правда? Мы живем на земле. Мы много чего слышим, много ездим, много видим. И много стран посетили некоторые, и мне пришлось быть в странах. Но вы знаете, это государство. Но вот в одно я всегда радуюсь, когда я попадаю не в государство, а в царство. Знаете, уже на земле нету царств, ни одного царства на земле. Когда-то были цари, правда? Может, еще и кто дожил, кто при царе родился из нас, если много им лет. Но при царе, царе еще. Но уже царств нету, а одно на земле осталось. Вы знаете, об этом царстве, которое есть, и в котором я сейчас нахожусь, я вам буду читать в Священном Писании. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он первое, что говорил людям: покайтесь, ибо приблизилось, что? Царство чье? Небесное. В другом месте сказано Божие, братья подсказывают, много мест. Вы, прежде чем сблизиться, которое приблизилось царству, людям нужно было покаяние, правда? Перед этим пришел Иоанн Креститель, рассказывал, что нужно людям сделать, в чем покаяться, что является грехом. И люди каялись. Ну, пришел сам Сын Божий и говорит, уже приблизилось Царство Небесное. Небесное. Вы различаете разницу, знаете, между Царством Божьим и Царством Небесным? Оно вроде бы единое. Вот. Но есть небольшая разница. Мы говорим не только о Царство Божие везде и на земле. Оно Царство Божие, правда? И во вселенной это Царство Божие. Он творец всего видимого и невидимого. Он управляет всеми планетами, все и далее творит. Он Бог. Это Царство Божье. Но о небесном, именно о небе говорится. Когда Христос пришел и начал учить, рассказывать о Царстве Небесном, то мы немного сильно, но имеем представление о том, как там живут на небе. Мне жена говорит: Славик, ты знаешь, что редко братья проповедуют, говорят, мы слышим темы о Царстве Небесном, чтоб так захотелось в то царство, как нам в Америку. Знаете, мы знали, что есть такая страна, в которой мы не знали как, но говорят хорошо. И мы, не зная, приехали и удостоверились, что да, тут неплохо жить, правда? Даже очень хорошо некоторым, слава Богу. Но есть другое царство, Царство Небесное. И о нем немножко сказано. Я так попросил Господа: Господи, ну дай слова для того, чтобы выразить. Дайте места Писания, чтобы мне хоть частично донести до наших сердец, что такое Царство Небесное, и где оно есть сегодня, и как его достигнуть, и как жить в нем. И Господь положил на сердце написать стих об этом царстве. Я его вам сейчас прочитаю.
І пусть ім'я Господнє прославиться, і будемо далі розсуждати. О Царстві Небесному нам мало звісно, ведь глаз чоловіка його не видав. Но сколько мечтаний в поемах і песнях в своєму воображенні народ рисував. Мечтання о крыльях, орлиных, могучих, несущих в пространство мерцающих звезд, давали народу надежду и силы, что путь есть на небо доступен и прост. Без Бога дорога на небо опасна. Мы видим, что космос стал базой войны. И тратят земляне все средства напрасно, кружа лишь в пространстве князя сатаны, который с позором с небес низверженный, обманом стал князем планеты Земля, от неба отлучен, как тот прокаженный, и жалит народы, как будто змея. Но с царства небес к нам пришел Избавитель. Сын Божий открыл новый путь в небеса, там верных ему ожидает обитель, и люди увидят с чудес чудеса. Божественный свет уничтожил тьму ночи. Нет зноя и стужи, и смерти там нет, и слез не роняют тех жителей очи, и есть на любые вопросы ответ. Красоты такие земля не имела, там горы, луга, да и климат другой. Душа в оболочке небесного тела в мгновение достигнет планеты любой. Там ангелов хоры, спасенных народов, владыки владык гимн небесный поют, и эхо галактик, и их небосводов, потоки блаженства и мира всем льют. Слава Господу! Трудно подыскать слова, чтобы рассказать о Царстве Небесном. Но оно записано. Вы знаете, что когда Христос пришел и рассказывал, говорит, если я вам говорю о земном, и вы не разумеете, то как уразумеете, если буду говорить о чем? О небесном. Но нам есть представление. Мы знаем, что есть ангелы-хранители, правда? Которых мы не видим. И написано в книге Иова, что если есть ангел, вразумляющий, ангел-хранитель, один из сколько? Тысячи. Вы представляете, вот сегодня брат напомнил передо мною, это Дух Святой повел эту тему, что есть тысячи ангелов, которых мы не видим, а которые оберегают. Если бы вы знали, какие вы счастливые люди. Вы царственное священство. Христос уже когда рассказал о царстве, говорит, ибо царство небесное где есть? Внутри вас. Вы представляете, что у вас царство, вы уже частица того царства. Вы жители неба, вы цари, священники Божии. Вы посланники, то есть от того царства вы на земле послы. Посланники, апостол Павел пишет, мы как посланники, правда? А кто такие посланники? Это послы. Вы от небесного царства тут исполняете посольство. Вам уверено такое дело. Вы представляете царство неба. Вот это вы царство. Вы представляете, нет уже на земле, а вот сидят. Вот есть царство особое, отдельное, в котором царь и владыка кто? Господь. Аллилуйя. Он сегодня дарует все. Мы знаем, что на небе есть и обители, в которых обитают. Лоно Авраама, Христос нам рассказал, что есть, как мы называем, рай. Вот. Что там есть некоторые жители, которые нам непонятны. Херувимы, серафимы, терафимы. Это тоже небожители. Там спасенные народы где-то размещены. В этой пространстве безграничном, которое Бог сотворил. И мы там будем жить. Мы перейдем. Мы временные жители. Всего лишь на земле дан небольшой отрезочек время приготовиться в то вечное царство. И Слово Божие нам красиво, всесторонне объясняет, кто туда попадает и как туда попасть. Сегодня проповедуют нам, рассказывают, кто попадет в Царство Божие, кто не попадет. Если мы знаем Слово Божие, я надеюсь, вы читаете и знаете Слово Божие очень хорошо, что кто не попадет туда, мы об этих людях и говорить не будем. Я надеюсь, что их нету сегодня среди нас. Но если есть какие-то недостатки и пороки, написано, кто не согрешает, тот кто? Лжец и нет в нем истины. Правда? Правда. Это очень большая правда. Все мы согрешаем. Кто в слове написано не совершает, то есть словами, тот силен человек обуздать и все тело. Кто умеет свой язык удерживать от зла.
кто умеет свои мысли правильно направлять и помышления плотские, кто, как сегодня брат тему говорил, за глаза, умеет управлять своими глазами и правильно видит Слово Божье, уникая в Слово Божье и в себя он видит. Потому что и Христос говорил, если око ваше темно, то что? И все тело темно. Как же оно может быть темно? Вы знаете, мне пришлось в жизни много, Бог вводил такими путями, встречаться с людьми. И вот я до одного прихожу там в Краматорске, я жил в Краматорске последнее время, оттуда и сюда выехал, он уже сейчас знаменитый, все, весь мир знает, потому там война произошла, и сейчас, правда, она там не мирна. Ну, и в этом Краматорске я проводил людям газ по дома. И вот захожу в один дом, сидит человек и поет псалмы на гармошке. Я смотрю, и смотрит, вроде бы, глаза есть у него, но он на нас не смотрит, а поет псалмы и играет. Я потом подошел, привез, о, у нас кто-то есть, я говорю, да. О, я, говорит, извините, я не вижу, я слепой. Ну, когда я с ним разговаривался, я говорю, брат Ваня, он верующий, из баптистов. И я его спрашиваю, брат Ваня, а ты когда-нибудь видел свет? Нет, говорит, я рожденный слепым. Для меня один свет. Один, темный. Вы можете себе представить? Вы видели свет. И есть люди, которые потеряли зрение и слепые. Но они имеют представление об этом мире, о цвете, что есть разные цвета, что есть образ какой-то. А он вообще не видел. И он до того научился жить на земле, что он поразил мое... Мне жена рассказывает, что он и косит тут. Он свой участок там возле дома имеет. Он и косит. Он и грядку имеет, и садит, он сливы обрывает. Вы знаете, этот человек никогда не видел цвета. Я говорю, брат Ваня, а как ты представляешь человека? Ну, он говорит, я его щупаю, вот у меня свое представление. Я так вникну в его душу, в его понятие, думаю, ой, несчастный какой. Ну, говорю, брат Ваня, какой ты счастливый. А он что? Я говорю, когда ты придешь, какая красивая земля, какие красивые люди, творение Божие. Мы тут, когда имеем глаза, восхищаемся и радуемся тем, что Бог нам дал, что Бог так чудно устроил, а ты этого не видел. Но какое будет счастье, когда ты придешь и получишь те духовные глаза. А там написано, что еще и на земле такой красоты нету. Что там такое Бог все продумал, что уже лучше вообще нигде не существует. Это блаженство названо. Оно его трудно нам понять, потому что действительно наши глаза его не видели. Мы только верою воспринимаем. И вы знаете, когда мы не ценим зрением своим, не понимаем, что эти ворота в нашу душу есть такие глаза. Сколько сегодня через глаза входит грех людской в души людей? Сегодня люди много смотрят, много, в особенно ненужного, молодежь смотрит, и развращается душа. А потом молятся, говорят, Бог не отвечает, или Бог отвечает, но они не понимают, потому что уже зрение поражено у людей. Неправильно видит, не знает, что в Писании написано, не смотри на то, другое, третье, а смотри на то, другое, вникай вот куда смотри, в свое сердце, во внутренность. Написано, у человека есть уши, которые он слышит, эти ворота, в которые входит, как я уже говорил, грех. Чтобы он не входил, сегодня звучит Слово Божье. Чтобы войти в то Царство Божие, то сегодня должно быть внутри нас Царство Божие, вот тут. Оно внутри вас. Если вы царство, вы живете тем царством, то написано, что да не царствует в вашем смертном теле, что? Грех. Он не может царствовать. Он туда иногда хочет пробраться, но только к верующему залезет какой-то, ему совесть сразу подсказывает, все, ты неправильно поступил, ты согрешил, ты сказал. И человека начинает мучить его, он бежит бегом к Господу. Господи, прости меня. Он кается. И опять Царство Божие возвращается. И Слово Божие говорит, всегда радуйтесь. Ну, говорит, и в другом месте, ну как так, если подумать, что можно всегда радоваться? Вы знаете, эту радость спасения, которую Давид говорил, радость спасения возврати мне. Он потерял даже радость спасения. Радость спасения у меня никто отнять не может. Я уже вам когда-то рассказал, что меня хотели убить. Вот. А я так обрадовался, думаю, вот сейчас буду в Царстве Небесном. Вы представляете? Я хотел его обнять и говорю, быстрее. Он смотрит на меня, не понимает. Я говорил вам об этом, рассказывая, как со мной работали органы и хотели уничтожить. Но Бог помиловал, и я не боялся той смерти, и сейчас она не страшна. Вот эта радость, я знаю, что я житель Царства Небесного. Вы уверены в своем спасении? Аллилуйя! Вы знаете, что если бы по делам Бог с нами поступал, то написано, что спался кто-нибудь или нет.
Никакая плоть не спасется. Но милость Божия превыше судов даже. Потому что Бог много милости, и Он понимает нас. Мы себя иногда так не понимаем, как понимает нас Господь. Он знает все. Вы знаете, меня особенно поразило, когда я в 28 лет уверовал и начал исследовать Писание, мне сразу открылось то, что Бог открыл, я читал в шахте это Писание, и Бог мне открыл. Говорит, еще нет слов на языке, как Он, Бог, знает все в совершенстве. Я как понял это, то значит, то, о чем я мыслю, Бог знает. Помышления и намерения. Вот перед каким я Богом хожу, который даже мысли мои знает. И стало страшно немножко. Ага, а теперь мыслить, помышления греховные, что? Плотские, они что приводят, написано? Смерть. А помышления духовные, жизнь и мир. Мы научились уже помышлять духовно. Мы умеем управлять своими мыслями. Вы знаете, если вот тут правильно, внутри нас, то из уст что-то да исходит. Написано, когда человек по плоти живет, то из уст что исходит? Ой-ой-ой, страшно, правда? Мы страшные люди, когда мы без Бога. Но когда Бог в нас, оттуда исходит. Чтоб человека не разбудили, он аллилуйя, слава Богу. В его первые слова, которые проснется христианин, слава Богу, я живой, я еще на земле, еще мне дана возможность жить и славить тебя, владыка. Я рассказывал, что иногда проснусь, ну, Бог дал такую душу, такую радость, что я всегда стараюсь радоваться. И на работе говорят, ну, Славик, ты не уходи на пенсию, бо мне уже через месяц, не уходи, бо нам будет и скучно, и без тебя. И... Потому что всегда ты возрадуешь нас, ты что-то говоришь такое. Я говорю, это Бог дал такую способ. Я такой не был, я был очень плохой человек. Но Бог призвал в свое царство, Он дал эту радость мне. И я всегда радуюсь, всегда стараюсь. Вот жена говорит, я однажды проснулся и радуюсь такой счастливый, на нее смотрю, она раз проснулась, ты что вылупился на меня? Я говорю, да радуюсь, чего ты радуешь, что такое, что случилось? Я говорю, да радуюсь, жена рядом, живые мы, на земле солнышко взошло, птички поют, я говорю, радуюсь. А она на меня так, знаешь, а я уже думала, что-то случилось. Вы понимаете, если у человека его нету той радости внутри, вот. Нам надо научиться радоваться и в скорбях радоваться, потому что написано так, всегда радуйтесь. Ну, есть скорби, написано, с плачущими что? Плачьте. Настолько мы должны быть способными воспринять чужую боль. С радующимися что? Радуйтесь. Сердце должно быть независтливое, не завидовать никому, а наоборот, благословлять. Врагов что? Любить. Я уже вам рассказывал, как я, и друзей надо любить, Бог испытывал. Ну, придет время, я вам все обещал, что расскажу, я не помню, про что рассказывал, как друзей любить, как жена, да? Сын сказал, что я когда-то вот вас тут проповедовал и рассказывал, а в следующий раз расскажу, как Бог учил врагов любить. Там в книжке я немножко описал, но частично, кто имеет эту книгу, о которой я описывал, но многое я там не написал, потому что нельзя, нельзя писать. И мне его жена, этого человека... сказала, что если ты расскажешь при его жизни, то он меня убьет тоже. А сейчас его нет, можешь рассказывать только тогда, когда он уже умрет. Ну и он уже ушел в вечность, правда, в нехорошую вечность, так и не покаявшись. Но что он делал, каким он был и как Бог испытывал, чтобы любить врага, я понял, что я не могу сам по себе любить того врага. Я знаю, что он хотел меня убить, он сам сказал, что я тебя убью. А мне Бог заставил идти до него жить, в его хату. Я знал, что он убийца, что он убил своего племянника и закопал под полом у себя. Его нашли, за это завербовали работать на органы. Я знал это. Я знал, что он изнасиловал свою невестку. Знал это. И мне Бог говорит, вот иди и живи с этим врагом. Я говорю, Господи. А я перебрался, побиновался. И надо было жить в его хате. И он приходил, я жене и дочкам, одной 15, другой 16 год шел, вот. Тоже 16, я сказал, Валя, оберегай от этого человека. А когда он приходит, пусть они уходят, бо он страшный человек. Рассказал жене какой. И мы жили там. Я говорю, Господи, так за что же его любить? Он убийца, он маньяк, он такой. И знаете, как Дух Святой сказал, что ты должен любить так, как я.
потому что и ты был подобный этому человеку. Ну, не убивал, конечно, вот, но нехороший был человек, но я тебя полюбил. Ну, за что его можно полюбить? А он говорит, а вспомни, он мое творение. И говорит, подумай, куда он идет по окончании жизни и куда ты. И поэтому пожалей его, и в жалости придет любовь к нему. И я, действительно, мне его стало жалко. А потом я его как творение Божие, мне так его полюбил, так его хотелось. Господи, если есть еще ему милость, я начал за него молиться, за врага своего, так искренне. Господи, но Бог сказал, нет ему покаяния, ибо он человек, наделавший много зла, ему пролил много крови. Поэтому, друзья мои, я хочу что сказать, что мы сегодня ходим перед таким Богом, и это царство неба, оно сегодня поселилось в нас. Мы, собственно, жители не Америки, не Украины, не России, там и других наций. Мы, наша нация, вы знаете какая? Нет, наша нация христиане. Христиане. Вот недавно был мой день рождения, в субботу, прошлую, не эту. И там родственник делал, и один человек высказался, говорит, мне приходится быть среди вероучений разных конфессий. И меня спрашивают, брат, а ты кто? Он говорит, я баптист, потому что принял водное крещение. Я, говорит, пятидесятник, потому что принял духовное крещение со знамением иных языков. Я, говорит, субботник, потому что чту закон Божий. Я, говорит, свидетель Иеговы, потому что верю в Царство Небесное. Я, говорит, православный, потому что правильно славлю Господа. И мне так это понравилось. Думаю, действительно, человек, мы ж такие и есть. Мы именно те христиане, у которых вмещаем всех в себе. И нам нету разницы. Павел, апостол Павел пишет, если кто и притворно верует, то что? Он радуется, обличает или что? Или что делает? Радуется, я и тому радуюсь. А вы радуетесь? Когда вы попадаете к другим вероучениям, а я смотрю, этот жители неба. Ну, возможно, обитель другая будет, как некоторые говорят. Но там на небе обителей много. Когда посмотришь сегодня, сколько уже мириадов звезд, сколько Бог галактик наделал и продолжает творить. Наука сегодня говорит, что удивляются, в шоке все, что планеты новые и новые и новые, потому что Христос сказал, Отец и до ныне творит. И мы знаем, что Бог творит. И каждая написана звезда, разница в славе. У Бога, значит, для каждой планеты, которую мы не видим и далеко от нас в этом пространстве, она имеет еще какую-то славу, которую мы и не понимаем. Но у Бога она на виду, и Бог знает, и написано, исчисляет их по имени и нас по имени. Он знает, и мы сыны Бога живого, который знает наши мысли, который знает наше прошлое, настоящее и будущее в его руках. Братья и сестры, вы знаете, когда нам Бог возвещал, я был противник Америки, а Духом, когда было святым сказано, что ты пойдешь туда, куда ты не хочешь, и я буду делать дело то, которое я определил, пришлось смиряться. Когда за много лет до этих событий на Украине, Бог возвестил, что не миновать Украине кровопролитие за то, что она много невинной крови пролила, и моих детей в том числе. Говорит, не миновать. И мы знали. А одной сестре, мы сейчас вспоминаем, около 30 лет назад она пришла и говорит, я видела, что по Краматорску ходят танки и разговаривают, говорит, на нашем языке наши солдаты, но в другой какой-то форме. Не такая форма, как сейчас. И они стреляют и разрушают. И голос мне говорит, так будет здесь именно, в Донбассе. И мы теперь вспоминаем, тогда ей брат-служитель сказал, сестра, сон как сон, мы не будем принимать. А сейчас все вспомнили, что Бог это видел, что так будет. И сегодня нам не надо в то вникать. Мы только молимся, Господи, да будет мир Твой, да будет благодать Твоя. Не стоять на той стороне или другой, не особо не вникать в то. Оно нам не нужно, вы там не разберетесь, это грязь. Но мы знаем, что мы жители неба, и там наши есть братья и сестры, с которыми мы будем жить на небесах. И нам нужно о них молиться, чтобы и даже там Бог защитил детей своих. Мы знаем, что Бог возвещает и об Америке, и это место. Но Бог сказал, что верных я буду сохранять. Кого перевести, переведу. Кого отдать на страдания, пострадают за грехи и беззакония свои. Пострадают, но спасение Бог даст. Пред таким мы Богом ходим. И сейчас мы будем молиться. Сейчас мы встанем и воздадим Ему хвалу и благодарность, что Он, невзирая на наши недостатки, на наши пороки, на наше непонимание Его, так Он хочет, как мы, чтобы поняли, мы все-таки Богом хранимы на земле. Он нас
поставил и поселил такое государство, которое сегодня еще и изобилует, и имеет мир. И мы видим, что в других местах люди страдают, а нам все-таки Бог дал эту благодать. Жить здесь на земле и славить Его, и молиться о тех, и помогать тем, которые бедствуют и страдают сегодня. Это великая участь. Это мы, дети Божьи, это мы, сыны Божьи. Это Бог такими нас сделал, не по делам, а по милости своей. Поэтому давайте мы склоним наши колени и помолимся Ему. Аминь. Ты единый достоин славы, она тебе только принадлежит. Не человеком, не государством, а тебе. Ибо ты владыка владык и царь царей. Ты Бог-творец, ты все творил и всем управляешь. Ты управляешь и жизнью народа твоего на земле, и этим народом, Господи, в котором я сейчас нахожусь. Ты управляешь, Боже, ты знаешь каждого мысли, дела, слова, Господи. Все, что кто сделал, кто кается пред тобою, ты слышал. Кто высказал свои желания, ты слышал, Господи. Ты слышал не только слова наши, но и слова Духа твоего святого, который молился и ходатайствовал пред тобою, Господи, о нас. Услышь голос молитвы всех нас и поспеши на помощь, благословляя, благослови, проведи в этой жизненной, Господи, долине каждого, и то потомство, и те дни мира, которые ты еще продлеваешь в этой стране, продли их и дальше, Господи, чтобы народ научился ходить путями твоими, святыми, чтобы мы все, приобретя сердце мудрое, разумея волю твою, подчинились ей и были водимы Духом Святым, чтобы ты направил нас в жизни достигнуть тех вечных обителей, которые ты приготовил на нас. Поэтому благословляя, благослови остальнейший ход всего служения, сам управ, наполняй силою проповедующей, силою Духа Святого, силою Слова, силою пения, силою молитвы, Господи. Пусть это Царство Твое совершается здесь, а имя Твое дославится вовеки наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В Священном Писании это записано, когда некто пришел к двум корифеям Иерусалимской церкви, Петру и Иоанну, которые пришли в Самарию для того, чтобы совершить там великое дело. Что это было за дело? Туда от гонения убежал Филипп и стал проповедовать Слово Божье с большим успехом. И написано, что люди стали слушать его и каяться большим числом и довольно искренне. Был до этого и другой там проповедник, который волховал и имел большой авторитет у людей. Но при этом, братья и сестры, все, что он делал, делал во имя свое, для своей славы и материального обогащения. И когда пришел Филипп и стал употреблять в своей речи имя Господа Иисуса Христа и говорить о спасении, то сила Божья стала давала авторитет проповеди Филиппа. И что удивительно для меня, покаялся и сам этот плохой человек. Да, так написано, взял и покаялся. Конечно, покаяние это было не подлинным, потому что, увидев, что делает Иоанн и Петр, а что они делали, между прочим? Что они делали, церковь? Они возлагали руки на людей, и Дух Святой сходил с большой силою на каждого, на кого были возложены, написано, апостольские руки. Апостольские руки. И вы знаете, этот лукавый и притворно покаявшийся человек пришел к ним, к этим двум корифеям, Петру и Иоанну, и что он принес, братья и сестры? Деньги. Деньги. В этом случае они звучат отвратительно, потому что он пришел и принес деньги, наверное, большой мешочек, чтобы проявить влияние на них, и говорит, можете ли вы мне за эти деньги дать что? Власть возлагать руки на людей и делать то, что делали вы. Я сделал этот маленький абзац, я не проповедую, братья и сестры, это маленький абзац, для того, чтобы сказать, что не всегда деньги есть положительное действие. Их можно давать, но себе на проклятие, не получать благословения. Потому что он помыслил за деньги купить дар Божий.
а ничего не продается Господом. Ничего. Только есть, братья и сестры, случаи, когда деньги должны приноситься в церковь и даваться в церкви, потому что мысль и помысли дающего имеют совершенно другой контекст и намерение, и цель. Их дают во имя Господа. Их дают для того, чтобы оказать помощь тому, кто имеет нужду. Сейчас на Украине есть нужды. У нас есть брат с Украины. Наверняка расскажет вам много о происходящем. Наверняка мы пожелаем помочь нуждающимся. Там он говорил, братский, что там на передовой его диакона работают. И есть потребность во многом. Есть, братья и сестры, обстоятельства, когда нужно приносить деньги в Дом Божий не с целью, чтобы купить себе прощение грехов или приобрести власть от Господа делать что-то, но чтобы через это заслужить авторитет Божий и получить от Господа что-то даром, потому что мы исполняем Слово Божье. Итак, братья и сестры, в нашей церкви есть люди молодые, которые в последнее время пожелали быть миссионерами. Я не буду делать эту информацию в конце, хотя у меня была задача это сделать. Есть два человека в нашей церкви, которые отправляются на миссионерскую работу в Панаму, так? В Панаму. Это Ольга Горбань и Денис Щербин. Я не знаком с этим человеком, они новые в нашей церкви. В Панаму. И сестра Ольга говорит мне, Ольга Горбань, она есть родственница моя, и она говорит мне: брат Ваня, только ты объяви это в церкви не с целью, чтобы мне дали деньги. Потому что я сама покупаю билет, имею побуждение доброе к этому, но пусть за меня помолятся, чтобы Бог благословил эту поездку. А я в своем сердце подумал, братья и сестры, она-то билет себе купит. Сколько он там стоит, 1500 долларов, возможно. Но когда она пойдет в какую-то деревню, там в Панаме, и будут люди с нуждой, и она не сможет им дать ничего, это будет неверно. Неверно. Я не склоняю вас сегодня к большим жертвам, но, может быть, в конце собрания объявят, что есть такая нужда. И вот такой случай, когда наши деньги весьма нужны и ценятся Богом. Итак, братья и сестры, сейчас у нас будет материальное служение, к чему я вас поощряю. Сколько вы расположены? Во имя Господа, для дела Божьего совершайте это с честью, и Бог нас всех благословит. Аминь. Oh.
Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам. Ну, вообще, я не намеревался рассказывать о ситуации на Украине. Я думаю, вы об этом знаете. Я только хочу сказать одно, что любая победа в гражданской войне – это поражение. В гражданских войнах побед никогда не бывает. Какая бы сторона ни победила, это поражение для народа. Поэтому нам нужно молиться о мире. Просто о мире. Не о какой-то чьей-то победе, а чтобы Бог послал мир. А желаю я прочитать одно место Писания и немножко с вами порассуждать об одной теме. Это будет место послания к Галатам, 6 глава и стих 9. Послание к Галатам, 6 глава и стих 9, где написано есть так. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Почему-то считают некоторые братья, вот приходилось с многими беседовать, что в последнее время христианство должно ослабнуть. Ну, есть некоторые тексты в Даниила, в Ветхом Завете, но надо разобраться, о чем это и к кому. Есть много пророчеств к израильскому народу, а много пророчеств есть к церкви. Должно ли действительно христианство ослабнуть? У меня были много случаев, когда подходили журналисты, редакторы разных журналов и газет, с целью взять интервью, и спрашивает: «Анатолий Иванович, вот расскажите, почему ослабело христианство? Почему вот сейчас уже нет такой силы?» Ну, об этом можно дискутировать, ослабело или нет. Но во всяком случае, почему-то верующие считают так, что к пришествию Господа христиане должны слабнуть, слабнуть, слабнуть и слабнуть. У Даниила есть написано: «До полного истощение силы народа твоего». Но какого народа? Пророчество Даниила многим касалось израильской нации. Так вот, об этом я как раз и хочу с вами поговорить. Давайте вспоминать библейские ситуации. Господь однажды сказал так, это записано во Второзаконии, 25 главе. «Помни, как поступил с тобою Амалек. На пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Вот Израиль шел из Египта, далекое путешествие, вы знаете, 40 лет, в нелегких условиях, и жажда, и голод. Вся колонна шла не быстро, но все-таки они шли. Там были и старички, там были и дети. И некоторые просто подумали себе: вот я устал, я немножко присяду, я немножко отдохну, а потом догоню. Ведь они быстро не идут, там же, знаете, весь скот, быстро не пойдешь. Потом догоню. И вот сел немножко отдохнуть. И вот не тут-то было. И вот как коршуны налетают амаликитяне, они побивают ослабевших. Амалек боялся выступить с Израилем лоб в лоб. Он знал, что он потерпел бы поражение. Но он как стервятник, как шакал, просто шел по стопам, по следам. И, может быть, кто-то отстал, он его добивал. Друзья мои, я знаю из литературы, я читал, только я точно не могу сказать, где это находится, где-то на американском континенте. Есть так называемая долина смерти. Вот кто проходит эту долину, многие просто там умирают.
И вот непонятно, почему некоторые проходили, а некоторые умерли. И когда ученые начали исследовать, там оказывается, есть какое-то скопление газа. Оно где-то так вот, слой от земли, этот газ тяжелый, и этот слой где-то на высоту 1,5 метра. И вот люди, когда переходят эту долину, и если он перешел, не садясь, не отдыхая, он перешел. Но некоторые думают, вот сяду немножко, отдохну и пойду дальше. И когда он сел отдохнуть, он погружался в этот ядовитый газ, и он уже не поднимался. Сегодня мы с вами проходим эту действительно долину. Сегодня мы идем в небесное царство, о котором проповедовал передо мной брат. Можно ли нам ослабевать? Можно ли нам ослабевать? Вы знаете, так хочется немножко расслабиться. Особенно Господь говорил, что вот пришествие будет где-то в 4-й страже ночи, а это уже под утром. Если кто-то по ночам когда-то дежурил, так под утро хочется уснуть. Еще целую ночь бодрствовал, а под утро уже хочется уснуть. Друзья мои, сегодня уже действительно под утро, но засынать нельзя. Засынать нам нельзя. Как выглядит наш этот духовный сон? Как выглядит наше ослабление? Как оно выглядит? Неохота читать Библии, я уже давно ее всю знаю. Неохота молиться, а что оно даст? Нет какой-то любви, любви к ближним, любви к людям. Все труднее становится прощать. Все труднее и труднее становится братьям находить мир, семьям находить мир. И вот это вот ослабление. Все как бы, как-то все труднее сохранять себя в святости. А это мелочь, почему нельзя? А вот это тоже мелочь, почему нельзя? Особенно теперь мы входим в такую эпоху богословия, которая называется либеральное богословие, вот, где вера или учение, оно приспосабливается к изменениям в культуре. Вот если культура изменилась, вот такая культура изменилась, значит, нам нужно и богословие приспособить к этой культуре. Поэтому если в обществе решили давать браки однополые, значит, мы должны понимать, это становится нормой, это уже перестает быть грехом. Вот это вот подобно что-то либеральное богословие, оно приспосабливается к жизни, к культуре, к падению общества. Но, друзья мои, Божие Слово, оно неизменно. Неизменен Господь, неизменно Божье Слово. Слава Богу! Если апостол Петр пишет, если это у вас есть и умножается, вот тогда вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Если есть и умножается, нельзя, чтобы уменьшалось. Нельзя, чтобы уменьшалось святости, ревности, любви. Нельзя. В свое время пожнем, когда, при каком условии? Если не ослабеем. И я бы хотел несколько мгновений вспомнить о Давиде. Это был муж по сердцу Божьему. Да, но сколько у него было ошибок, и как дорого он за эти ошибки платил. Однажды, вы помните, вышел на крышу дома и увидел купающуюся женщину, Версавию. Мимолетная слабость. Кажется, кратковременное ослабление. Там друзья на фронте, друзья воюют, а он нет, он расслабился. Друзья мои, и как дорого ему это обошлось. Вы знаете этот грех, его прелюбодеяние,
и убийство руками врагов ее мужа. Приходит пророк и говорит, так как ты дал повод врагам Господа хулить его, то умрет твой сын. Я выведу зло из дома твоего, и в доме его брат насилует сестру, потом брат убивает брата. Ты сделал тайно, а я сделаю пред всем Израилем. Авессалом, который восстал против отца, на крыше доме ставит палатку, туда заводят жен Давида, он входит в палатку к ним, обесчещивает всех жен своего отца на глазах у всего Израиля. И меч не отступит от дома твоего по все дни жизни. Вот немножко ослаб, однажды немножко ослаб, и до конца жизни. Братья дорогие, братья возлюбленные, иногда некоторые считают, что вот если я очень сильно Богом облагодатствован, если у меня какое-то и высокое служение, то мне можно. Вот мне можно. Истина в том, что чем больше мы Богом облагодатствованы, тем грешнее нам становится грех. Тем грешнее нам грех. И тем суровее будет Божье наказание. Нельзя ослабевать. Вы помните, наверное, также одну ситуацию, когда Давид убегал от Авессалома, Ахитофел ему советовал: давайте вот мы пойдем сразу за Давидом, пока у него опущенные руки, он так сказал, пока у него опущенные руки, и мы его захватим. Но вот там был еще один Хусий, если вы помните. Хусий, он посоветовал по-другому. Он говорит: нет, нехорош в это время совет Ахитофела. А это был такой советчик, что написано, что если кто-то спрашивал у него совета, то это как будто бы спрашивать совета у Бога. Вот это такой был мудрый советчик. И по существу он мудро, коварно советовал. Ахитофел говорит: нет, Давид это воин такой от Господа, мы не сможем так его сразу взять. Войско потерпит поражение, и тогда опустятся у народа руки. Давайте мы созовем всего Израиля и всем Израилем против него пойдем. Если он укроется в каком-то городе, мы возьмем веревки и этот город стянем в реку. Кажется, очень правильно, очень логично. Но у Хусия был другой замысел. Он хотел дать возможность Давиду укрепиться в Господе. Потому что тогда действительно у него были опущенные руки. Но Хусий хотел дать возможность Давиду укрепиться в Господе. И действительно, Давид получил это время и укрепился в Господе. Потом мы дальше вспоминаем историю, как Давид убегает, ну, это я не по порядку истории говорю, не по порядку историческом, просто в таком порядке я расположил факты. Он от Саула убегает к филистимскому царю Анхусу. Анхус его принял, а потом филистимляне решили идти войной против Израиля. Давид говорит: я пойду с тобою, я тоже пойду против народа Израиля. Что ты делаешь, Давид? Что ты делаешь, Давид? Да, может быть, Саул не совсем угоден Господу. Может быть, там действительно много грешников. Но что ты делаешь? Идешь войною против Божьего народа? Но Господь не допустил его, вы помните. Князья выступили, говорят: нехорошо это, пусть не идет он с нами. И царь, он сказал: иди домой. Ну вот что случилось? Он возвращается в свой город Сикелах, где он жил.
город сожжен, все разграблено, все люди взяты в плен и обе жены Давида. Написано, народ стал плакать, доколе хватило им силы плакать. То есть плакал, доколе хватило силы плакать. А потом что решили сделать, помните? А потом решили побить Давида камнями. Но там есть такое интересное слово. Но Давид, он взыскал Господа. Он взыскал Господа. Он укрепился в Господе. И он, написано, укрепился надеждою на Господа. Вопросил у Господа совета, Господь говорит, иди, отнимешь. И он пошел, отнял всех пленных, всю добычу. Но это же надо было пережить. Это просто надо было пережить. Помните также, друзья мои, историю, когда Иисус Навин сражался, а Моисей был на горе, и он поднял руки вверх в молитве за сражающихся. И вот знаете, когда долго держать руки, там кровь стекает, они начинают терпнуть и уставать. И написано, устали, утомились руки Моисея. Тогда Ор и Аарон поставили камень, посадили Моисея, и один держал одну руку, другой другую руку, и победа была окончательной. Потому что когда Моисей только опускал руки, побеждает враг. Как только он поднимает руки, побеждает Израиль. Вот между прочим, это мое личное понимание, что творится сейчас в Украине. Это не поражение народа. Говорят, там грешные люди, безбожники, там криминал. Я считаю, это поражение церкви. Это поражение церкви. Потому что Слово Божие нас учит, молитесь о всех человеках. Апостол Павел говорит, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Как много церковь молилась. Как много. Мы успокоились, мы каждый занялся собой, каждый занялся благоустройством и комфортом. И вот Бог решил нас пробудить. Это наше поражение, мы руки опустили. Родители, может быть, у кого-то дети в миру, у кого-то дети в наркотиках, дети в грехах. Посмотрите, может быть, ваши руки опущены. Может быть, вы уже руки опустили. Как только руки в молитве будут опускаться, враг, он силен, он будет побеждать. Знаете, когда-то Господь показал Иезекиилу долину костей, помните, да? Голые, обглоданные, уже прямо блестящие от солнца и дождей, вот рассыпаны по полю. Странный вопрос задает Господь. Сын человеческий, а живут ли кости сии? Неудивительно, что даже пророк не мог ответить. Ну как они могут ожить? Там ничего нет. Ты знаешь, он говорит, ты знаешь, он боялся. У него не было веры, но вместе с тем попробуй Господу противоречить. И у него был такой средний ответ. Ты знаешь. И Господь сказал, пророчествуй. Ты просто пророчествуй. Не твое дело. Не твое дело воскрешать эти кости. Это мое дело. А ты пророчествуй. И когда он начал пророчествовать, вы знаете эту историю, как эти кости начали сближаться, обтягиваться мясом, кожей. И потом пришел дух, и встало людей великое множество. Может быть, кто-то или вы уже на своих детей, кто-нибудь уже махнул рукой, списали, все, уже из него ничего не получится. Получится.
получится. Ты просто не опускай рук. Ты просто не ослабевай. Получится, потому что Господь тот, который может воскрешать даже разлагающиеся трупы. Господь есть тот, который может воскрешать уже блестящие, сухие, голые кости. Он есть Бог жизни. Слава Ему! Друзья мои, но у нас с вами задача не ослабевать. Я хочу также вспомнить одну историю. За грехи Израиля, когда Израиль шел по пустыне, Бог навел на Израиля ядовитых змей. Помните эту историю? И эти змеи кусали сынов Израилевых, и эти укусы были смертельные, и много умерло. И вот Господь дал Моисею выход, говорит: ты сделай медного змея и выставь его на шесте, и всякий человек укушенный, который с верой посмотрит на этого змея медного, он останется жить. Он останется жить. И я себе позволю немножко пофантазировать. Братья любят немножко фантазировать, я тоже не исключение. И я себе представляю, змей где-то укусил какую-то, чью-то жену. Она уже теряет сознание, уже отеки. Уже, знаете, вот дыхание все там не дает дышать. Он ее взял на руки и быстренько к этому змею. Туда, любимая, туда посмотри. Вот туда посмотри, вот туда. Поворачивает даже ей голову. Она посмотрела, и уходит болезнь. Уходит болезнь. Там где-то родители деток своих несут. Они уже где-то полумертвые в агонии. Мальчик мой дорогой, посмотри вот туда посмотри. Посмотрел и остался жить. Слава Богу! Друзья мои дорогие, у нас с вами есть вот этот, или скажем, подобие этого змея на шесте. Как-то оно сложно проводить параллель между этим змеем, поднятым на шесте, и Христом распятым. Сложно, я понимаю, для многих это очень трудно. Но, во всяком случае, а как нам воспринять такой текст Писания? Он стал грехом за нас, чтобы нам быть Божию правдою в нем. В одном переводе, а правильно, грехом. Грехом за нас, чтобы мы стали правдою Божией в нем. Ну, во всяком случае, проводится параллель или нет, это уже как кому. Но во всяком случае, у нас есть поднят на кресте Христос, на который мы можем, посмотрев, получить исцеление и жизнь. Слава Богу! Апостол, написавший послание к евреям, он пишет: посмотрите на претерпевшего против себя такое поражение от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. На него посмотрите. Друзья мои, если приходит в нашу жизнь бессилие, иногда мы это бессилие чувствуем, да, иногда ощущаем. И потом роемся в себе, чтобы там найти силу. То что я вам посоветую, друзья мои, никогда в себя не заглядывайте. Как только вы заглянете в себя, если там у меня достаточно силы, вы только испугаетесь. Вы только испугаетесь, там силы нет. Там нет силы. Но что сказал псалмопевец? Он сказал: мне однажды сказали, но я дважды услышал, что? Что сила у Бога. На него смотрите. Если будете на себя смотреть,
можете прийти к полному поражению. Но если мы будем смотреть на Него, самый слабенький победит, самый немощный дойдет, самый неопытный не заблудится. У нас есть распятый Христос, на которого нам нужно постоянно смотреть. «Возвожу очи мои к горам», говорит псалмопевец, «откуда придет помощь? А помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Поэтому не будем сводить свой взор с Иисуса. Оттуда истекают потоки силы. Будем постоянно устремлять на Него свой взор, чтобы этот мир нас не отвлек. Потому что, вы знаете, наверное, читали книгу «Путешествие пилигрима в небесную страну». Есть такая христианская книга. То вот там описано, что этот пилигрим однажды проходил ярмарку суеты. Вот базар, как бы по-нашему. Там все предлагают, там все что-то зазывают. И вот все пытается как бы приковать его взор. А вот чтобы этого не случилось, он поднял вот так вот голову к небу и не опустил, пока не прошел всю эту ярмарку. А на него говорили люди, что это какой-то глупец с треснутыми мозгами. Но он прошел эту ярмарку. Мы, да, нас считают глупыми, но мы мудрые. Поэтому, друзья мои, нельзя нам ослабевать. Нельзя, чтобы что-то нас захватило. Как в этом мире есть много такое, которое хочет захватить. И положение, и комфорт, и богатство, и развлечение, и сколько греховных вещей. Как только оно нами завладеет, мы начнем слабнуть, а что чревато даже погибелью. Поэтому, делая добро, всякое добро перед Богом, святость, любовь, истину, да не унываем. То есть, чтобы не посчитать это маловажным, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Слава Господу! А сейчас я приглашаю вас к молитве. Давайте склонимся и помолимся Богу. Аминь. Мы благодарим Тебя, что Ты вывел нас из этого мира. Ты ведешь нас сегодня по этой пустыне в небо. Как много нам нужно силы, чтобы и этот путь пройти. Как многие уже упали и не подозревают о своем угрожающем состоянии. Как многие, Господи Иисус, уже поражены. Боже наш, но наша молитва к Тебе, чтобы Ты укрепил Твой народ, чтобы Ты укрепил Твоих детей. Помоги нам пройти этот путь, Господи. Не дай нам остаться где-то упасть костями у пустыни. Дай нам войти в Твое Царство Небесное, которое Ты приготовил народу Твоему ценою Твоих голгофских страданий. Укрепи наши силы, укрепи наши руки, укрепи нашу веру. Господи, укрепи нас в любви, укрепи нас в святости, укрепи в вере, укрепи в добродетели, укрепи нас в жажде, в поисках Бога, укрепи нас во всем этом, чтобы этот мир не отвлек нас и не завладел нашим вниманием, чтобы наши ценности не изменились. Помоги нам в этом, Господи. Помоги нам в этом, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам эти прекрасные общения, где Ты сам приходишь Духом Святым и действительно укрепляешь Твой народ. Слава Тебе! Ты проходишь и укрепляешь каждого, кто нуждается в Тебе. Благодарим Тебя. Благослови, Господи, эту церковь, братьев, сестер, молодежь, и весь Твой народ
по всему лицу земли. Я прошу Тебя, успокой ситуацию в Украине, Господи. Дай мир нашему народу, чтобы Твоя Евангелие, она с новой силой начала проповедоваться среди всех народов, Господи. И также и в Донецке, и в Луганске, во всей Украине и по всему миру. Тебе да будет честь, слава и поклонение, Отец и Дух Святый. Аминь.